Привет, мои дорогие любимые. Смотрите, какое небо у нас красивое. Да, я уже на балконе. 8 часов Юля попила кофе, а сейчас 9 я завтракала. Вот мои кораблики стоят. Да, на середине балкона, потому что я вчера убирала. Зачем обратно? Да, их оттягивать. Так тоже красиво, центр балкона. И пошла завтракать. Утром было холодно, сейчас хорошо. Нарезала 3 маленьких авокадо. Вот Юля не соображает, что осталось, по-моему, 4. И что дальше она будет в среду, в пятницу есть, я не знаю. Не знаю. Такая погода классная, вообще прохладненько немножечко, солнышко светит. Просто отпад. Ни жара и ни холод. Я обалдею. Всем хорошего дня. Посмотрите, как там уже дерево расцвело, да? Красота какая. Я пододвинула свой лук, свои кораблики. Вот так буду стоять. Вот. А я тут сяду. И тогда больше деревьев видно. Привет, мои дорогие любимые. Сейчас хочу провести эксперимент. Вот эта вода, которую я покупала в магазине, да, Джейсу. Что я хочу сделать? Я хочу ее прокипятить. И посмотреть, будет ли там осадок. Потому что вот эту воду я взяла из-под крана и прокипятила. Ну, чтобы было на каше, там, на супчик. И я много, очень много оставляла. Ну, как бы, только, ну, снизу осадка. И все равно, видите? Оно, ну, как бы, не так сильно, но есть вот эти беленькие. Я хочу проверить, возможно, в Джейсу то же самое, просто я никогда не кипятила ее, не видела. Посмотрим. Итак, скалолазание начинается. Эта щелечка запаслась, а ложить не было куда у меня. Обычно я здесь продукты не держу. Но из-за того, что мы же накопили все, что только можно. Тихо. Макарошки. Ой. Я еще думала, знаете, до того, как... Ой. Вот это все. Закладывать туда надо помыть. Ну, я тогда не успела. Чисто. Вот я сейчас смотрю, ну, тут нечего мыть, естественно, надо пройтись, конечно, чтобы было чистенько. Уже точно-точно. Да, там тоже придется вытянуть. Мамочка! Живо. Это, наверное, у меня же кресло все, там ему надо новое заказывать. Это у меня водичка священная, да. Вот пустая бутылка идет или зачем? Ну, чтобы не перепутать, я новую воду буду сюда наливать. Это я вам показывала сервиз, помните? Вот он, такие красивые у меня тарелочки. Да, это маленькие. Это такая большая. И вот глубокая, видно, да, две глубокие. Это, ой, раньше, когда я, не, как сказать, снимала для вас, я вот в этих тарелочках снимала. А сейчас, Юля... обновила, поэтому, а это мне Вика передала священную воду, и вы знаете, я не могу открыть, то есть, ну, я попытаюсь ножом потом открыть, я пыталась, сплюнула, ну ладно, когда-то, смотрите, это оливковое масло, видите, какой осадок сделался, это настоящее оливковое масло, но вот этот осадок мне вообще не нравится, может это нормально, я не знаю, скажите. Это тминовое масло, Чорек Утуяла, я вам показываю эту фирму. Давно уже не пользовалась, но стоит, знаете, если что, очень хорошо для горла, вообще противовирусное. О, вот тут надо еще, мне тут масло тогда не отмывалось. Ну вот сейчас тут как раз. Вот это средство просто бомба. Я не знала. А вообще-то это дерево, Юля, мужу не надо. Все, не надо. А то сейчас оно как мне здесь дерево, потом придется новые полки купляты. Почти там все хорошо. Так, и сейчас будет убийственный номер.
круто. Чисто, Юля. Ну, честно. А, мамочка! На край нельзя столешницей становиться, потому что я ее могу сломать. Что-то треснуло, но столешница пока живая. Так, и вот здесь. Видите, какая? Это я сверху прям там. Сверху селей отдыхает, понимаете? Нет, потому что у всех есть лестницы, знаете? Юли лестницы нету. Можно же крышку закрыть, потому что на крыше не надо. Красота. Красота, красота. Мы везем с собой кота, чижику собачку, кошку забиячку. Вот тут она надо вымывать. Может, все-таки попробовать этой штукой. Ой, мамочка. Не, ну не на дерево. Не, на дерево нельзя, Юля, не надо. А то новые мои купят. Так, сушится. Переходим к следующему. А куда там еще свят следующий? Я нашла сухую тряпочку. Вот это у меня такие красивые тарелочки, да. Это мне подарили на, как сказать, на новоселье. Наталья приходила, подарила мне такие красивые тарелочки. Прозрачные. Покажу вам, ладно. Вот, видите? Такая красота. Ну, пока не пользуюсь, потому что, ну, 6 штук придется, весь побью. Уже. Ну, тут, видите, в комплекте еще тарелки идут снизу, что большие. Ну, хорошо так. На 6 человек. Блин, она закрывается коробочка. Хотя я понимаю, оно тяжелое, Юля. Давай ты его в диван поставишь, а? Наверное, в диван поставлю. Ну, очень тяжелое. Я не знаю, чего я. Все-таки надо беречь такие шкафчики навесные. Они не вечные. Зачем? Чтобы потом на пол этот момент упало. Не знаю, о чем я думала. Ой, вот это у меня такая красота. Я запекаю иногда. Курица с грибами и сыром сверху. Мне девочки подарили еще дома, как я была. Сегодня душа такая красивая. Я в ней последнее время варю воду, да. Оставлю, чтобы ну, там, на рис, на вот это все. Я сначала брала такую воду. Ну, покуплю ее. Но сейчас я понимаю, что нет. Что надо. Ой-ой-ой, надо мыть. Это тоже. Почему-то я это помыла, а то зачем. Это пока наверх, потому что тост будет есть потом. Это я положила, потому что масло все равно берешь, иногда оно ну, вот остается почему-то, зачем-то. Я и так тут один год так сильно сказывать. Где она стояла? Тут, по-моему. Сейчас я посмотрю, сколько у меня осталось. Зажили факт, что там что-то есть. А, смотрите, даже больше, чем половина. Это... Если вот меня ничего не болит, я ничего не тревожит, я не пью его. Это масло у нас осталось. А где вообще подевалось? Что-то я делала, что-то я жарила, мне не было обычного. Так, конечно же, сервиз. Вдруг надо будет, чтобы я там не вытаскивала. И кастрюлька еще одна. Надо будет потом все-таки открутить как-то. Эту мы свечивали на водокрещение, да? Она только в самых таких случаях используется. Ну, например, очень сильно кто-то заболел. А так нет. А вот это можно крепить до. А вот это она пуста на запас стоит. Зачем? Непонятно. Типа бутылок тогда нема. Ну, походу, нету. Все положила на место. Все, это в диван пойдет. У меня же в диване большой шкафчик. Ну, как сказать, сам диван это большой шкафчик.
Все, переходим. Потому что, в принципе, в шкафчиках все чисто, но сверху вот там не очень чисто. Это мне казанок, мне мама еще передала. Я в нем и гречку варю, и плов варю. Очень неудобный. А где? А, та кастрюля там стоит. А, она закрытая. И все равно такой запах идет, прям даже через крышку. Это не вот это вот Мэтт и Фэнди. Это был такой, а, чай у меня. Вы знаете, я не знаю, сколько стоит, я даже боюсь туда смотреть. Или там у меня все вообще нормально. Ай, как пахнет! Вау! Очень... А, это бергамот! Я забыла! То есть я бергамот обожаю. Но я не пила вот этот чай, наверное, года два точно. Эта тарелочка мне еще уфу давала. Я когда рыбу панирую, Юля, надо же купить панировку. Используя. А вот это мне у митрополита, боже, как я звала. Помощница была, она мне вот угостила. Этот кофе надо будет попробовать. Я тогда еще кофе не пила, оставила. А тут все, можно уже начинать. Конечно же, вот обязательно долго искала, где купить. Но и я не пользуюсь, потому что у меня этот есть. Это тоже. Те же девочки подарили к самой Аленочке. Запекаю. Ну, в принципе, больше даже в этом запекаю. Удобнее как-то квадратом холодильник ставить. Вот всегда посуда квадратная, вот для запекания, для вот этого удобнее, потому что потом больше, ну, холодильники меньше места занимает. Это иногда фрукты ложу, тоже фук мне дала. Это я купила. Соковыжималка для апельсин. Использовала раза два, не больше. Это для круп. Вот, Юля, в тебе макароны. Чего ты сюда не положила макароны? Кстати, у меня 300 мл. Мне должно поместиться даже две пачки. Я все, не могла туда дойти. А это тоже мне фук дала. Она кухню новую ставила, да. Уфук это женщина, с которой училась на курсах кондитера. Ой, кулинара, домашней кулинарии. Юля, сама уже путает все. Объясняю, чего я путаю, потому что в училище, да, когда я была так, после школы, после 9 класса, я поступила на кулинар кондитера. А здесь я ходила на домашнюю кулинарию. Но иногда я название путаю. Так вот, она живет через один дом от меня. И ну там дом 25 лет. Я говорю, серьезно, даже не скажешь. И у них лифт нету. Лифта нету, пятый этаж. Она говорит, я уже замучилась. Я туда-сюда ходить вот так. Да, то есть. Я сразу смотрела, что был лифт. Это было самое главное. Ну потому что с базара что-то, или может с колясочка. Ну кто это будет все носить? То есть. Вот они ставили новую кухню. Полностью. Вы же знаете, что кухни в Анталии, если вы покупаете в Турции, то уже есть. Это я не. То есть, как сказать, вот как сдали дом, так кухня и была. Ну, мне очень нравится, кстати. Мне подходит такая. Вот, ну у них же 25 лет, где Юля, у нас же, ну просто она еще вообще допотопная. Поэтому меня, и вот она мне что-то отдала, говорит, вот это мне не надо. Ну, ну давай, мне посуды мало. Когда готовить надо, то в принципе неплохо. Так, улажу. Альпинистские моменты. В принципе, в самом шкафчике вообще не грязно. Вот тут сверху, да, тут грязно. Ну, не грязно. То есть, не так после ремонта, конечно же. Просто чуть-чуть будет. Вообще не знаю, почему нельзя было под потолок вот это все загнать, чтобы даже туда не лазить. Под потолок бы сделали, не надо ничего вытирать. Сухая тряпочка. Кстати, вот это все равно, стенки-то я не вытерла, пусть проветривается. Мне вот это что-то не нравится, но мне что-то липнет. Это нормально. Вот это нормально. Так. Казаночек. Казан очень, это чугунный или как он называется, очень классный, вообще бомба. И здесь кастрюля тоже помещается, становится. Так, это я, наверное, все-таки потом засыплю макароны. Когда открою, когда я макароны открою, тогда засыплю. Потому что ну так смысл. Ну, себе сидит в пачке, никому не мешает. Тоже, ну, не знаю, для водички, наверное, это для сока какого-то. Пока не приму, пусть стоит. Конечно же, чай без бергамота. Подождите, а что оно? Я вытирала, но не вытерлась. Тут вытерлась. И тоже не вытерлась. Так, пусть стоит, сохнет, оно не вытерлась. Ай, вытерлась, Юля. Кофе обязательно. Второй кофе. Ты тоже не закрывай. Все, переходим. Ой, там сейчас начнется. Ой, там завтра начнется.